Заблудилась. Что делать, не знаю. Да и знать-то уже не хочу. Понимаю, что все не зря, но зачем это? Не понимаю. Мама часто твердила, что в жизни мне все будет по плечу. Но тогда почему по обрыву идти день за днем продолжаю? Да я, в общем-то, знаю, во всем виновата сама. Но и это закончится тоже должно быть когда-то, не так ли? Ты скажи, я, наверное, где-то свернула опять не туда. И мне справиться с этим, слышишь, получится, правда, вряд ли. Каждый день чьи-то чувства стараюсь от стрел сберечь. Каждый день продолжаю что-то быть вечно должна кому-то. Люди ко мне приходят себя от проблем отвлечь. А сама в этом городе я никому не нужна ни минуты. Просто кажется, я не сумею пройти непростой этот путь. Я уже порываюсь даже достать свой клинок из ножен. Здесь должна быть не я. Должен сильный быть кто-нибудь. Бог сказал: я даю ровно столько, сколько ты, друг мой, выдержать можешь.